Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на Пятом канале, в студии Ленара Строчкова. На календаре 1 марта, и это значит, что пришла весна, но пришла лишь календарная. Потому что климатически на большей территории Казахстана март считается зимним месяцем. В целом погода будет холодной, существенного потепления следует ждать только к концу марта. Есть еще одно понятие – весна астрономическая, которая наступает во время весеннего равноденствия. Очень радует тот факт, что первый весенний месяц богат на выходные и праздничные дни. А в эти выходные днем синоптики прогнозируют мокрый снег и температуру плюс 2 градуса. Ночью осадки сохранятся, а столбики термометров опустятся до минус 2-10 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-8 метров в секунду. Возможны порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 711 миллиметров ртутного столба. В эту субботу, 2 марта, Театр музыкальной комедии приглашает детей на сказки «Братец Лис» и «Братец Кролик», «Мишкины шишки», а 3 марта детвора может посетить музыкальные сказки «Айда Репка», «Русалочка» и «Три поросенка». В начале новой недели сохранится переменная облачность, осадки. Дневная температура составит плюс 2, минус 9 градусов. Ночью минус 5-14. В середине недели снегопады прекратятся, а воздух начнет понижаться до минус 12 градусов. Ночью похолодает до 19 мороза. Ветер юго-западный, юго-восточный 8-10 метров в секунду. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. А сейчас я хочу обратиться к сильной половине человечества. Дорогие мужчины, в эти выходные вы можете заранее позаботиться о подарках для своих любимых к Международному женскому дню. Ну, если вы забыли. Телекомпания «Пятый канал» поздравляет с Днем Благодарности и желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Оставайтесь с нами на «Пятом».